наушники-вкладыши с голосовым управлением. Сегодня распакуем гарнитуру JBL Wave 200 TVS. В комплекте идут наушники в кейсе, сменные амбушюры разного размера, кабель для зарядки кейса и документация. Кейс изготовлен из пластика белого цвета. Крышка удерживается на магнитах, как и наушники в кейсе. Сами наушники выполнены из белого пластика. Они защищены от случайных брызг по стандарту IPX2. Для плавания, конечно, не подойдут. Наушники имеют внутриканальную конструкцию с динамическими излучателями диаметром 8 мм. Качество звучания обеспечивает широкий частотный диапазон, схема звука 2.0 и система пассивного шумоподавления. Подключиться к телефону или другим устройствам можно по Bluetooth версии 5.0. Также в наушники встроен микрофон. Он не отличается громкой и четкой передачей, но все же позволяет пообщаться по телефону через гарнитуру. Здесь предусмотрена возможность голосового управления, плюс на наушниках есть сенсорная панель для настройки громкости, переключения треков и ответа на звонок. Из достоинств модели неплохая автономность. На одном заряде наушники работают порядка 5 часов, а вместе с кейсом получаем 15 часов работы. Светящийся индикатор на лицевой панели кейса подскажет, когда ему потребуется зарядка. Питание через привычный разъем Type-C. Для полной зарядки кейса вам понадобится около 2 часов. Что в итоге? Это простые беспроводные вкладыши с неплохим звуком и автономностью. Модель подходит тем, кто нуждается в наушниках, но не любит путаться в проводах. We'll be right back.